Мы рады вас приветствовать на самой народной передаче «Модный нищеброд». Друзья, на дворе осень, кошки на душе скребутся, идет дождь, настроение не очень, и нужно, конечно же, себя чем-нибудь радовать. Ну, самая главная радость в жизни, вы сами знаете, это одежда. И так как у нас осень, сегодня мы будем рассматривать осеннюю коллекцию 2014. Недавно в Китае провели статистику, опросили многое количество людей. И как оказалось, что у китайцев самый любимый цвет – это желтый и красный. Мы тоже поддерживаем выбор китайцев, и поэтому сегодня у нас желтое поло. Что еще же может быть лучше осенью? Согревает душу, яркие краски. Давайте начнем. Вы сейчас, друзья, скажете опять: Писфан, нафига ты делаешь какое-то шоу из посылки? Друзья, я отвечу просто. Распаковок и всего подобного на Ютубе такое огромное количество. Каналы просто исчисляются сотнями. И вы хотите сказать, если я вам покажу, как я распаковываю какую-то желтую майку, вам это понравится и будет прям круто и действительно интересно смотреть, так что ли? Если я вот просто: здрасте, вот и посылка сегодня очередная пришла, давайте ее откроем. У меня хочется людей радовать, чем-то цеплять и не смотреть вот такие вот скучные распаковки. Поэтому, друзья, вы меньше пишите таких гневных комментариев, лучше ставьте пальцы вверх, я же для вас стараюсь. Хорошо, китаец, да, я, конечно, ожидал всего, но вот такой ошибки я не ожидал. Нет, я понимаю, что настроение оранжевая футболка еще будет поднимать лучше, чем желтая. Но мы с Максом заказывали желтую футболку. Это вот последняя вещь Макса пришла. Блин, ну вы что, издеваетесь, китайцы? Но мы не то заказывали. Мы вообще совершенно не то заказывали. Мы заказывали... Если мне сейчас удастся, я вот здесь вот вам картинку размещу, что мы заказывали, что прислали китайцы, но это вообще просто прикол. После этого, знаете, это вот в такой майке можно идти рельсы чистить, дворы убирать и за своего примут. Ну давайте, ладно, по качеству посмотрим. Ну, во-первых, ну, наверное, здесь не будет написано, да? Вот знаете, что заметил? Почему-то вот уже сколько футболок китайских приходило, я привык то, что на рубашке у меня сейчас вам показать, на майке всегда вот здесь вот есть бирочка. То есть гладьте утюгом, не гладьте, сколько градусов, сколько лет и так далее. А вот китайцы не привыкли делать бирочки, и вот, может быть, они что-то здесь по своему языку накатали, но здесь фиг поймешь. Я даже пока, честно говоря, компанию-то фиг разберешь-то, да? Но здесь явная ошибка с цветом. Единственное, что верно, это размер L. С качеством здесь вообще напряженка. То есть настолько, знаете, дешевая футболка. Прям очень-очень посредственного качества. Не знаю. И видно, что синтетика. Это явно синтетика. Прям, ну не то, что прям стопроцентная, но... Здесь катон точно не стопроцентный, как писалось в описании. Вроде бы запах главное. Нет, запах сильно китайцам не пахнет. Есть, конечно, вот такие вот изъяны, вот видите, да? Висит ниточка там, это. Есть такие изъяны, но я даже на них, на эти изъяны не хочу смотреть, пока я не пойму, то я заказывал или нет. Но заказывали желтое поло. Поло, вы знаете, выглядит оно как такая хлопчатая бумага, как, ну как-то так, да, назвать. То есть из маленьких ниточек вот здесь вот сделано, а здесь вот однослойная вот эта ткань. Конечно, я буду открывать диспут, посмотрим, что там продавец ответит, отреагирует. Не знаю, может быть, ошибка возникла. На этом сегодня и все, друзья. Обязательно не забывайте нажимать кнопочку красную где-то вот здесь вот под видео. Всегда ее нажимайте.
Это самое лучшее, что вы можете нажать. Ну и подписывайтесь на наш паблик, он всегда в описании. Все самое интересное там, я вас уверяю. Так что бегом проходите и подписывайтесь. Ну и всем пока! Блин, по сравнению с Поло, настолько футболка днищенская. Еще и такие нитки торчат огромные. То есть не одна ниточка, а по 5 штук торчит с каждых сторон. И качество еще смотрите. Блин, просто букет ниток. И качество настолько днищенское. И сразу видно то, что по материалу, ну, точнее не видно, а есть догадки, что вот по такому материалу, то, что после первой стирки очень хорошо покатается. Поэтому даже на тряпке она, скорее всего, не пойдет. Провальный заказ. А сегодня мы рассмотрим способ отбеливания по-китайски. У нас есть вот такая вот зеленая ручка, куда вставляется, соответственно, вот этот диск. Лучше 15 минут, но вот таким вот способом уходить. Мне даже неудобно разговаривать. А эмаль уже вам никто не вернет.